Я немножко, значит, двух-трех слов скажу о себе. То есть у меня любопытство чрезмерное. Я нырял под водопад, где не имел права смотреть на пирамиды и так далее, и так далее. И тут-то охранник во мне провели ладонь. В общем-то, я своего рода подранок, в каком-то понимании, потому что посмотрел на чудо, которое, представляете, река, под водой стоит пирамида, и на эту пирамиду бьет огромный поток. Там шесть цивилизаций там на этой основе, там они еще воюют между собой, а ты как бы с Богу приперся туда, тебе дали щелбан, кое-что нарушили во мне, так что я кое-какие буквы мне прилетают, я не скрываю, я как бы зафиксирую, ну, это, извиняюсь, как есть.